нам прилетел хороший препарат для набора мышечной массы. True Mass от компании BSN. Сейчас расскажем, для чего еще нужны гейнеры и в чем секрет именно этого гейнера. Данный гейнер в рейтинге покупателей, наверное, на первом месте стоит. Очень вкусный, очень приятный, хорошо смешивается. Разнообразие вкусов от фруктовых до классических ваниль, клубника, шоколад. Давайте рассмотрим поподробнее состав. Как всегда, порцию нам завысили производители. Маркетинговый ход. Да, чтобы мы сожрали это за 3 дня. И все, и пришли еще к вам. Мы всем советуем смотреть по колоражу. В данном случае порции сделали 165 грамм. Ну, 100 грамм будет вполне достаточно для средней порции. Это 2 скупа. В одном скупе у нас будет около 15 грамм протеинов, около 5 грамм жиров. Но, как написано на этикетке, трансжиров здесь нет. Это очень важно. Мы же с вами профессионалы, мы все знаем, что это такое, трансжиры. Пишите в комментариях, если кто не знает. И также здесь углеводы, в том числе 30 грамм. И 2 грамма клетчатки. Клетчатка очень полезна, да, для усвоения любых белково-углеводных смесей. Это дополнительная польза для нашего желудочно-кишечного тракта. Количество порций. Если учитывать, как производитель пишет, 16, ну, мы умножаем на 2, ну, где-то 30 порций здесь у вас будет. Очень хороший состав по протеинам. Да, вот я практически ни одного гейнера не знаю, чтобы так много видов белков было. Здесь и изолят, и сывороточный протеин, и казеин, и молочный изолят, и гидролизат сывороточного протеина, а также яичный протеин. И фишечка такая, многие производители любят этим хвастаться, пептиды глютамина. Да? Ну, кто не знает, задайте мне вопрос, я вам отвечу, что это такое. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете знать, для чего еще нужен гейнер. А теперь рейтинг от Massive Gym данного продукта. Качество 10 баллов из 10, вкус 10 баллов из 10, цена 7 баллов из 10.